Вот, начнем с того, на чем мы в прошлый раз закончили. А именно, все-таки мне хотелось вам какую-то связь дать между хиличиной и классической формулой для взаимной информации. Итак, классическая формула, она была для взаимной информации между солнцем и ветром. Их три формулы я сегодня переписал. Сейчас я напишу только одну из них, которая нам наиболее важна. Это формула h(y) - h(y) при условии x. Как вы ее интерпретировали, что вот эта энтропия из выхода, та информация, которую мы берем на выходе канала, а это та бесполезная часть информации на выходе, которая получается из-за несовершенства канала, которую мы, ну, считаем, что это шум. Вот такая у нас интерпретация была. Я приводил, допустим, например, что у нас был канал, в котором вроде информация хорошо передается, но при этом шум тоже есть. Вот. Поэтому информация на выходе, она кажется большой, а на самом деле она не такая тоже большая. Это был канал, в котором у нас нолики единица, они будут передаваться в виде двух сигналов. Так, 0А, 0Б, это в виде четырех сигналов. 1А, 1Б. Если 0 единица равновероятны, то тогда на выходе у нас получается 4 равновероятных сигнала и энтропия выхода, то есть информация, которую мы получаем на выходе, получается большая, 2 бита. Вот, но это не вся информация полезная. Часть этой информации бесполезная. И вот этот шум — это и есть та бесполезная часть этой информации, которая будет равна 1 биту. То есть здесь наша взаимная информация будет 2 бита минус 1 бит, она равна 1 биту для такого канала. Ну, как, в общем-то, и положено, потому что 0 в единицу у нас не превращается, ошибки в канале не происходят, 0 прекрасно приходит в виде одного из двух нулей, единица прекрасно приходит в виде одной из двух единиц. То есть это хороший канал, у которого пропускная способность равна одному биту, но не двум битам, как может показаться, если мы только на выход посмотрим. Только выход здесь не очень информативен, потому что выход содержит в себе в том числе шум. Вот, поэтому здесь стоит смотреть как на вход, так и на выход, и смотреть на то, во что превращается каждый из возможных состояние на форму. Вот. Теперь от этой формулы я хочу перейти к хиличине. Это h от сумма p от как бы их обозначить p-ita минус сумма p-ita h от ro-ita. Чем-то они похожи друг на друга, формулы, но пока, наверное, эта скорость, она не очевидна. Вот хочется ее сделать чуть-чуть поочевиднее. Итак, как мы будем делать эту скорость очевиднее? Я предлагал вам в прошлый раз тоже рассматривать вот пример. Ну, можно в качестве примера рассматривать состояние пространства кубитов. Вот, и сначала мы давайте будем рассматривать классическую ситуацию, классические состояния, но при этом которые мы записываем в квантовом виде. Мы классическое распределение вероятности тоже можем прекрасно записать в виде оператора плотности. У нас получается будет вероятность того, что некоторая, ну, если в случае системы с двумя состояниями, у нас есть некоторая вероятность того, что система находится в состоянии 0, некоторая вероятность того, что система находится в состоянии 1. Соответствующее распределение вероятности p от 0, p от 1, это наше распределение вероятности. Мы его можем записать в виде диагонального оператора. Вот так вот мы записываем наше распределение вероятности. Это будет наше состояние ρ. А для нашего простого случая двух состояний классических это будет два состояния ρ0 и ρ1. ρ0 — это вероятность того, что 0 у нас останется нулем. 0,0 и вероятность того, что 0 у нас перейдет в единицу. То есть ρ0 это состояние, которое произошло после того, как мы сигнал 0 запустили в бинарный симметричный канал связи. Вот. Ну, в данном случае, пока мы не записываем, какой именно этот канал, для произвольного канала это будет тоже верно. Для произвольного классического канала. ρ1 это у нас будет ситуация, когда мы состояние 1 запустили в канал связи. То есть это будет p от 0 при условии единица, 0, p от единицы при условии единицы. Итак, это состояние ρ0, состояние ρ1.
они оба, как несложно догадаться, являются реабилитовыми, операторами неотрицательными, и след равен единице. След от 0 равен единице, след от 1 равен единице, это просто свойство вот этих условных вероятностей. Вот, а теперь, нас интересует, как мы будем считать вот эту величину, когда мы имеем два вот таких вот оператора. Будем считать по этому. Помимо этих двух операторов, у нас есть два числа. Это вероятность того, что мы пошли в 0, и вероятность того, что мы пошли в единицу. У нас есть, соответственно, p от x равное 0. Так, друзья, вы там что-то важное бормочете или неважное? И кто это бормочет? Неважно. Неважно, это не бормочите, пожалуйста. Либо если важное, то мне бормочите сразу громко, вот, пожалуйста. Вот, а то сбивающе. Вот, итак, у нас есть вероятность того, что мы пошлем 0, вероятность того, что мы пошлем единицу. Есть то, что происходит с ситуацией, когда мы поставили 0, есть то, что происходит с ситуацией, когда мы поставили единицу. Вот, а теперь нам нужно посчитать первый член энтропия выхода. Для того, чтобы нам посчитать энтропию выхода, нам нужно знать вероятности p от y равен 0 и p от y равен единице. Они у нас довольно-таки легко считаются. У нас есть формула, она называется формула полной вероятности. Это p от 0 плюс логи 0 умножить на p от x равен 0. Плюс p от 0 плюс логи 1 умножить на вероятность того, что x равен 1. И то же самое p от 1 плюс логи 0 на вероятность того, что x равен 0 плюс p от 1 плюс логи 1 на вероятность того, что x равен 1. Так вот, энтропия от вот этого распределения вероятности, она и будет нашей энтропией y. Если мы вот эти вероятности, вот эти величины, также запишем из диагонального оператора, то мы можем очень простую вещь обнаружить. Давайте их запишем, не поленимся. Ну, я не поленюсь, а вы, может, и поленитесь, и не будете записывать. P x равен 0 плюс p от 0 плюс 1 p от x равен 1 0 и здесь у нас p 1 плюс 0 Вот такой вот оператор у нас получился. Это мы, опять же, у нас вот наша прихоть в том, что мы каждое распределение вероятностей записываем в виде диагонального оператора. Распределение вероятности y мы тоже записали в виде диагонального оператора. Оператор получился вот таким. И здесь уже очень легко догадаться в том, что это просто... Что это просто? Это просто p от x равному 0 умножить на ρ 0. Плюс p от x равен единице умножить на ρ 1. Ну, посмотрите еще раз, я думаю, что вы в этом легко убедились, что так оно и есть. Это верно не только для случая, когда мы отправляем два состояния в двумерном пространстве, вот это верно и в произвольном случае, тоже, опять же, убедиться несложно, но так или иначе, теперь наша энтропия y, энтропия вот этого распределения вероятности, это энтропия от вот такого вот диагонального оператора, точнее, теперь уже от вот такого вот диагонального оператора. P от x равно 0 на 0, P от x равно 1 на умножить на 1. Затем, это наш первый член взаимной формации. Вот так меняется h, сос, y. Для второго члена все на самом деле еще проще. Вот. А как мы записывали с вами h от y при условии x? У нас было для этого на самом деле несколько формул, одна из них была такая формула. То это сумма p от x большое равно x маленькое, как бы написать еще, умножить на h от y при условии, что x равен x маленькое. Сумма p x маленькая. Помните такую формулу? Помните такую формулу? Да, ну на самом деле это одно из новых определений нашей условной энтропии на группу. Вот. И поэтому это у нас получается как раз, а вот это h от y при условии x равно x, это у нас есть один из этих двух операторов. То есть вот это энтропия одного из этих двух операторов. Если x равен 0, h от y
энтропия от оператора P от 0 плюс P от 0, 0, 0, P от 1 плюс P от 0. Аналогично, энтропия и при условии, что x равен единице, это у нас энтропия от оператора P от 1 плюс P от 0, ой, P, ну, да, нет, стоп, P от 0 при условии 1, 0, P от 1 при условии 1. Вот, итак, это можно записать как энтропию у каждого из операторов. Давайте мы пишем это h от 0. H от 1. Стало быть, вот эта величина, у нас она написана в таблице просто. Это сумма p от i. Точнее, давайте так напишу. Это вероятность того, что у нас x равен 0. Умножить на энтропию от 0. Плюс вероятность того, что x равен единице, умножить на энтропию от 1. И это получается наш второй член. То есть первый член у нас записывается вот таким образом, нашей взаимной информации, если мы наше классическое распределение вероятности записываем в виде диаграммных операторов. Второй член записывается вот в таком виде. Вот, и здесь уже довольно-таки очевидна связь с величиной. Собственно, это она и есть. Только P и T я обозначил вот в этой формуле для величины. Это у нас и есть P от того, что x равен t. Вот и все. Это единственное переобозначение, которое для нас осталось сделать. И тогда у нас оказывается, что величина это и есть обобщение классической взаимной информации. Если операторы наши диагональные, а я говорю, что это не соответствует классической ситуации, когда у нас ничего квантового нет. То есть классическое распределение вероятности всякое мы можем записать в виде диагонального оператора, и никто нам это не запретит. Этот оператор будет оператором плотности, вполне себе нормально. Так вот, для этого случая обобщением нашей взаимной информации будет вот такая вот величина, которая точно так же выглядит. Однако замечательно то, что эта величина, она также может быть введена, ну, это не так замечательно, что она может быть введена и для произвольных операторов плотности, не обязательно для диагональных. Но замечательно то, что как раз для диагональных операторов плотности она и дает максимально достижимую взаимную информацию. То есть это такое обобщение классической взаимной информации на случай уже квантовых состояний, которые также работают как взаимная информация. Но теперь уже в случае, когда информация, классическая наша информация, передается с помощью квантовых состояний. Так, я вам сказал, не бурчать, вы стали какими-то очень тихими. Поэтому, ребят, пожалуйста, у меня задавайте, ну, мне задавайте вопросы, да, что-то непонятно, что-то хочется спросить. Ну, на самом деле, я сейчас вам примерно тоже рассказал, на чем я закончил прошлое занятие. Мне показалось, что тогда вы не поняли ничего, поэтому сейчас мне тоже кажется, что вы не поняли ничего. Докажите мне, что вы что-то поняли. Не знаю, как вы это будете доказывать. Спасибо. Давайте, ну, что вы мне скажете, чтобы я убедился, что вы... Может, вы какой-то вопрос мне зададите кто-нибудь? Или не зададите глупого. Это хуже доказательство, значит. Так, ну ладно. В общем, я постарался вам классическую взаимную информацию свести к величине поля. Если все-таки кто-то из вас захочет задать вопрос, пожалуйста, его задайте. Как мы интерпрет матрицы считаем? Мы, вот опять же, здесь, я говорю, мы приводим матрицу к диагональному виду. Да, и считаем энтропию вот диагональных собственных значений. Мы знаем, что если матрица не отрицательна и орбитал, то у нас вот эти собственные значения, они у нас будут неотрицательны и ну, вещественны. И орбитовых матриц они будут обязательно вещественны. Если матрица не отрицательна, то собственные значения будут неотрицательны. Стало быть, мы их можем воспринимать как распределение вероятности. Если мы их можем воспринимать как распределение вероятности, то тогда они, мы можем взять от них энтропию. Энтропия берется от распределения вероятности. Здесь мы построили, если мы брали распределение вероятности и переходили к диагональному оператору, то есть просто явно так и считаем. Вот. Так, это хорошо. Так, теперь, ну, на самом деле, нам нужно рассмотреть какой-нибудь существенный квантовый пример для того, чтобы посчитать хи величину.
простейшим существенным, мы рассмотрим два существенных квантовых примера. Первый из них, он будет более простой. Уже нам знакомый. Это у нас когда два чистых неортогональных состояния. Все ноль. Все один. Оба между ними. Ну, кому как нравится обозначать, кто обозначает как космос альфа, кто-то обозначает как эпсилон. Вот. А теперь я бы попросил вас посчитать для этого случая величину. Надеюсь, сейчас полезут вопросики. Или вы просто возьмете и посчитаете величину. Поэтому давайте сейчас сначала вы чуть-чуть подумаете над ним, потом я буду потихонечку вам немножечко на доске подсказывать. Если кому-то что-то совсем не ясно, и кто-то стесняется спросить при всех, тогда меня позовите, конечно, в руки, я вам тебе как-нибудь скажу. Посчитать величину, вот она. Величина поля. Вероятность 1 вторая, это ну, это ро 0, это вот такое вот состояние, если его записывать так, как это в полностью. Ро 1, это вот такое состояние. Я на доске написал вот черточкой, это тот оператор, который приходит в голову, если Алиса выбирает одно из этих состояний. Наша, смотрите, ситуация обмена информацией между Алисой и Богом, она заключается вот в чем. У Алисы есть аппаратик, опять же, с двумя кнопочками. Первая кнопочка – это послать Богу в состояние все 0. Вторая кнопочка – послать Богу в состояние все 1. Алиса, когда ей нужно послать 0, нажимает кнопочку первую, когда ей нужно послать единичку, она нажимает вторую кнопочку. Вот. Вот таким образом они обмениваются информацией, а Бог, в свою очередь, пытается получить как можно больше информации из того, что Алиса послала. А тут нужно понимать, что в каждой позиции реально Бог получает вот такое состояние. Потому что Бог же не знает, какую кнопочку нажала Алиса, он пытается видеть. Но при этом то состояние, которое приходит Богу, это статистическая смесь этих двух состояний. То есть это вероятность 1 вторая все 0, вероятность 1 вторая все 1. Это и описывается смешанным квантовым состоянием. Вот это чистое состояние работы. Ро 1 это тоже чистое состояние, а вот если мы их возьмем с коэффициентом 1 вторая и то и другое, это будет уже смешанное состояние, смесь ро 0 и ро 1. Вот энтропия от вот этого вот состояния и будет первым членом величины Полева. А кстати, второй член величины Полева, может уже кто-то посчитал, кто-то может справа налево будет посчитать. Вот второй член, вы можете что-то сказать, да? 0, да, конечно, второй член это 0, потому что энтропия от чистого состояния равна 0. Про это мы
мы с вами говорили. А если кто-то забыл, то вот как раз самое время сказать. Конечно же, энтропия чистого состояния равна нулю, ну, потому что чистое состояние, оно имеет диагональное представление, что это просто единицы и все остальные нули. Вот так, такое свойство чистого состояния. И ну, интерпретация того, что энтропия ноль, она вот какая, что для чистого состояния у нас существует такое базисное измерение, в котором мы, измерив его, получим нечто заранее нам известное. Для состояния эпсилон у нас существует базис, двумерный базис, состоящий из эпсилон и эпсилон ортогональная. Если мы в нем померяем это состояние, то мы всегда будем получать вот первый исход, никогда не будем получать второй. Абсолютно неинтересное измерение, не дающее никакой нам информации, это и означает, что состояние эпсилон само по себе в некотором роде неинтересное. Неинтересное в том смысле, что измеряя его, мы можем измерить его так, что мы не получим никакой информации. Это и означает, что его энтропия фон Нейман равна нулю. А вот это состояние, рождь их, ну, рост чертой, оно уже как-то вроде интересное. Когда мы будем его измерять, а у него энтропия фон Неймана уже не равна нулю. Вот это состояние, кстати, тоже интересное. Как бы мы его не измеряли, если у нас оба диагональных члена не нулевые, то мы будем, у нас не будет такого измерения для него, которое бы всегда давало один и тот же результат. Это тоже состояние, у которого не нулевая энтропия фон Неймана. То есть энтропия фон Неймана, она говорит, какая у нас может быть минимальная энтропия при измерении данного состояния. Если существует измерение, которая дает всегда один и тот же исход для данного состояния, значит для этого состояния минимальная энтропия нулевая. Именно это происходит для чистых состояний. Их энтропия ноль. И в данном случае у нас этот пример просто тем, что мы рассмотрели два чистых состояния, стало быть, второй член величины, мы вообще можем не учитывать это ноль. А вот первый член величины там представляет некоторый интерес. Это есть энтропия от вот такого вот оператора плотности. Если не ошибаюсь, мы для него считали собственное значение уже с вами. Насколько я помню. Никто пока не посчитал. Наша экрана, сегодня все один. Вот мы, опять же, то, что я вам предлагаю делать в этом случае, это взять ортогональный вектор Е0, Е1. Вот это у нас угол альфа, вот этот угол обозначим как бета. И запишем оператор Е0, Е1 в базисе Е0, Е1. Мы и то, и другое записывали. Они довольно-таки легко выглядят через бета записывать. И получится в этом случае, где, вот, ну, на самом деле, я вам сейчас советую в этом убедиться, но у нас получится, что рождь их в этом базисе имеет 1/2, 1, эпсилон, эпсилон, 1. Вот, пожалуйста, вот это покажите.
смотрите, на доске я написал, к чему вам нужно прийти, вот к этому. И написал, как к этому прийти. Мы в базисе Е0 и Е1 подписываем эти операторы. Чтобы их расписать, мы смотрим на вот эти распорядные произведения. Пси0 на Е0, если это будет бета, то это косинус бета. То же самое пси1 на Е1. Мы так расположили Е0 и Е1, что вот это косинус бета, и вот этот угол. Вот. Ну, точнее, косинус угла, это косинус бета. Вот. А вот, соответственно, вот этот угол между пси0 и Е1 или пси1 и Е0, это у нас синус бета. Поэтому вот такие произведения мы так обозначили. Теперь мы можем очень легко вот эти операторы выписать в базисе Е0 и Е1. Ρ0 это будет косинус квадрат, косинус синус, синус квадрат бета. Ρ1 это будет синус бета, косинус бета, синус бета, косинус бета, синус бета, косинус квадрат бета. Если мы их просуммируем с коэффициентами 1,2, ну вот там на сумме с коэффициентами 1,2, тогда мы получим половину вот такого оператора. 1, 2 косинус бета, синус бета, 2 косинус бета, синус бета, 1. 2 косинус бета, синус бета это синус 2 бета. А синус 2 бета это то же самое, что косинус альфа. Просто у нас такой рисунчик. Что синус 2 бета и косинус альфа это одно и то же. Стало быть, мы приходим вот к этому оператору ρ. Все, что осталось сделать для него, это посчитать его собственное значение. Ну и здесь давайте уже, раз я сейчас рассказываю, добрый скажу. Собственные векторы этого оператора. Какие векторы? Это собственное значение. И удвоенное собственное значение. А собственные векторы? Ну, вот для таких операторов это вот известный ответ. Собственные векторы это 1 и 1 и 1 минус 1. То есть собственные векторы 1, 1 и 1 минус 1. Вот для них, пожалуйста, прочитайте собственное значение вот такого оператора. Итак, ну то здесь на самом деле просто на доске, то, что сложно, это порядок. Итак, мы вот это вот написали, пришли вот к этому. Теперь, чтобы вот для этого посчитать собственное значение, я вам сказал, что собственный вектор это 1, 1, 1, минус 1. Поэтому собственное значение это 1/2, 1 плюс минус эпсилон. Вот и все. И наша, соответственно, энтропия, это наша бинарная энтропия будет вот где бы это написать, давайте вот это сотру. Q-величина – это бинарная энтропия от единичка минус эпсилон пополам. Или чуть-чуть более развернуто, 1 минус эпсилон, минус 1 минус эпсилон пополам, логарифм 1 минус эпсилон пополам, минус 1 плюс эпсилон пополам, логарифм на 1 плюс эпсилон пополам. Вот это действительно Q-величина для двух неортогональных чистых состояний. Вот. На самом деле здесь важно знать вот что. Мы и говорили с вами про вот эти два состояния и про то, как их лучше всего измерять. Когда у вас колесо губы, нужно измерять сразу же состояние, как только колесо отправлено в губу. Оказывается, что самое лучшее измерение таких состояний – это вот такое вот измерение, как раз которое я и написал в базисе Е0 и Е1. Вот. Мы даже с вами посчитали ошибку для этого случая. Ну, я уже не буду издеваться, спрашивать, к чему она равна, это ошибочка, вот вы не запомнили наверняка. Вот. Но важно теперь вот что. Когда мы измеряем эти состояния по одному, мы оказываемся, алисы групп оказываются в ситуации бинарного симметричного канала связи с вероятностью ошибки вот этой группы. 1/2 на 1 минус по 1 квадрат из 1 минус эпсилон в квадрате. Вот. Однако Q-величина это другая для вот этих двух состояний. Она отличается от пропускной способности бинарного симметричного канала с такой вероятностью ошибки. Более того, Q-величина оказывается больше. Я уже вам говорил, почему оказывается, что Q-величина превосходит такую пропускную способность за один шаг. Потому что при таком измерении на каждом состоянии по отдельности, оно оптимально, когда мы меряем каждое состояние по одному. Но это измерение – это не самый общий случай, который доступен Алисе Кубу. И он оказывается не самым лучшим. То есть, действительно, если они измеряют каждое состояние по одному, то они достигают того, что называется пропускная способность за один шаг. Вот C1 я обозначал на прошлом занятии. Однако, когда Алиса Куб решает не измерять каждое состояние по одному, а применять какой-то код и потом измерять состояние все сразу, то они могут передать больше информации, чем когда они передают, чем когда Боб измеряет состояние по одному. То есть если мы не ограничиваем Боба тем, что он измеряет каждое состояние поодиночке, оптимальным, пусть даже вот таким хорошим измерением, мы получаем больше информации для Алисы Куба.
И вот та информация, которую они смогут получить, проводя измерения сразу над всей последовательностью при условии выбора самого лучшего кода, вот она как раз и дается Хевелишиной. Эта его информация, вообще говоря, больше, чем информация за один шаг. Более того, чем более неортогональное состояние, тем больше оно превосходит. Они и то стремятся к нулю, когда состояние становится очень близким друг к другу, когда угол между состоянием становится маленьким. Однако их величина оказывается в этом случае значительно больше, чем пропускная способность за один шаг, ну там вообще говоря, в бесконечное число раз больше она оказывается. Вот это явление квантовой суперадитивности, что если мы измеряем все состояния сразу же, проводим коллективные измерения, то мы получаем больше информации, чем когда мы проводим индивидуальное измерение. И потом уже классическим образом обрабатываем информацию. То есть Алисы снова могут выбрать прекрасный классический код, Алиса в соответствии с этим прекрасным классическим кодом приготавливает состояние, но если Бог измеряет каждое состояние поодиночке, то тогда лучше в классической ситуации они выше ее не прыгают. Однако теперь, если они в квантовом случае приготовят хороший код, ну вообще говоря, он может отличаться от классического, хотя бы потому, что скорость труда доступна Алисе и Богу. Если она приготовила хороший код, и Бог будет измерять все состояния сразу же, проводить измерение будет над большим блоком сообщений, Бог получит больше информации из этих состояний, чем в случае индивидуальных измерений. Это и есть явление квантовой суперадитивности. Вот. Однако при этом то, что говорит нам квантовая теория кодирования, то и то, что нам дает ограничение, которое дает нам величина, та информация, которая доступна Алисе и Бобу, она принципиально ограничена. Вот больше, чем Хевеличина, Алисы с Бобом не могут получить информацию. Это оказывается важно для криптографии, потому что у нас также оказывается ограничена информация, которую может получить перехватчик. То есть мы знаем, мы можем, вообще говоря, иногда оценить, какие состояния получает перехватчик. Я скоро уже собираюсь про это чуть подробнее сказать. И в этом случае мы понимаем, что перехватчик ограничен своей информацией. То есть в лучшем случае мы понимаем, что получил такие-то состояния, ага. Значит, перехватчик максимум может иметь информацию, которая дает следующий. Больше информации он иметь не может. Так мы решаем важную для легитимных пользователей задачу квантовой криптографии, как оценка информации перехватчика. Вот основное, что квантовые криптографии должны делать легитимные пользователи, это по тем параметрам, которые они наблюдают. Ну, в простом нашем случае это вероятность ошибки, которую они наблюдают в протоколе квантовой криптографии. По этим параметрам оценить, какую максимальную информацию может иметь перехватчик. И здесь как раз ее величина им очень-очень в этом помогает. Поэтому для квантовой криптографии она очень важна. Причем она важна не потому, что она дает какую-то информацию, а не сегодня или нет. Алиса и Боб, они в ситуации простого канала находятся, и они по-простому измеряют состояние, они не достигнут величины. Но важно, что Алиса и Боб исходят из того, что Ева не может из квантового состояния извлечь больше информации, чем позволяет извлечь величина. Вот это важное ограничение на ту информацию, которую можно извлечь из состояния, как раз которое важно с точки зрения того, что мы ограничиваем этим информацию перехватчика. А также есть еще такое немаловажное ограничение на информацию, которую можно извлечь из квантового состояния. Давайте пофантазируем на какую тему. Представим себе, что Алиса с Бобом работают в пространстве кубитов, но они решили использовать не два чистых состояния, пси 0 и пси 1, а, например, 10 чистых состояний, пси 0, пси 1, пси 2, пси 3, пси 9 и так далее. Сколько, как думаете, максимально они информации могут передать, применяя эти 10 состояний? Сколько? 2/10. 2/10 не будет совсем нет. Я, честно говоря, думал, самая смелая ваша оценка будет логарифм 10, но вы как-то зашли мои ожидания, вы 2/10 сказали. Нет, логарифм 10 вы имеете, да? Ну, чуть скромнее, кстати, нет, все равно нет. Потому что хевеличина. А хевеличина, смотрите, это энтропия от вот такого вот оператора. Ну, в данном случае от вот такого вот этого состояния. А когда 10 состояний, это оператор, он все равно оператор в двумерном пространстве. Он не станет оператором в 10-мерном, в 2-10-мерном пространстве. Они по-прежнему в пространстве кубитов находятся, если его. Так вот. Меряем в многомерном пространстве. Нет. Я просто сказал. Если вы одновременно с этим мерите, вы будете мерить состояние, стоящие 10 кубитов сразу. Нет, смотрите, у нас в каждой посылке Алис отправляет одно из состояний. Одно из 10 состояний. Почему бы и нет? Вы же больше получается. Верно, будем больше получать. Правильно. Вы правы. У нас есть, мы когда будем их сразу все измерить. Но вот в чем как раз дело. Если мы используем 10 состояний, но по-прежнему в двумерном пространстве, то мы как раз очень много информации все равно не получим. Эта информация максимум ограничена логарифмом от размерности пространства, а не от количества состояний.
То есть самый максимум информации, которую мы можем получить, используя сколько угодно состояние в двумерном пространстве, это алгоритм единичка. То есть один бит – это самый максимум, который нам доступен, когда мы работаем в пространстве кубитов. Хоть мы используем два состояния, тогда мы просто можем быть ортогональными. Хоть мы используем три, четыре, пять и так далее состояния. Квантовых состояний бесконечно много. Их очень много. Но тот факт, что квантовых состояний бесконечно много, вообще говоря, не может быть использован для передачи бесконечно большого объема информации. Потому что, когда состояний у нас оказывается очень много, эти состояния оказываются все хуже различимыми. То есть представьте себе, что у нас есть состояние, вот у нас было два состояния, все ноль, все один. Теперь мы еще сюда накидали 3, 4, 5, вот так вот много состояний накидали, очень. Да, состояний стало очень много. Но Богу от этого на определенной стороне лучше не стало, а стало, пожалуй, даже чуть хуже, потому что слишком много состояний, и он не знает, как их хорошо различить. Мы же всегда сможем организовать классический случай и отправлять просто состояние вверх вниз просто. Да, да. Если состояние вверх вниз будет классический случай, это будет логарифм. Да, и это самый лучший случай, когда мы используем пространство кубитов, двумерное пространство. То есть, да, если мы будем использовать 10 состояний в двумерном пространстве, нам не будет лучше от этого, чем если мы используем 2 ортогональных состояния. Это самое лучшее, что может быть. 2 просто ортогональных состояния. Вот. То есть тот факт, что состояний квантовых очень-очень много, он не может быть использоваться для передачи бесконечного большого количества информации. Максимум, который может достигать его величина, это логарифм размерности пространства. Вот и все. Вот. С количеством состояний это не так сильно связано. Так, сейчас пора сделать перерывчик, потом я вам другую важную вещь на этот счет скажу. Давайте сейчас попробуем. Так, смотрите, друзья, давайте продолжим. Вот, итак, тезис, который только что был. А, несмотря на то, что квантовых состояний бесконечно много, даже для пространства кубитов, это, вообще говоря, не означает передачу бесконечного количества информации. Вот. Да, мы можем передавать, ну, как бы, вообще говоря, больше информации в квантовом случае, чем измеряя состояние. Измеряя состояние примитивно, чем измеряя состояние поодиночке, но при этом принципиальное ограничение, которое накладывает величина, заключается в том, что самый максимум информации, которую можем достичь на одну посылку, это логарифм размерности пространства. Если мы используем двумерное пространство, то это один бит, и никак не больше одного бита. Вот. Если мы используем блоки по 100 посылок, мы максимум можем достичь 100 битов, но никак не больше 100 битов. Несмотря на то, что в каждой позиции у нас может быть не обязательно одно из двух состояний, может быть одно из трех состояний, одно из десяти и так далее. Но количество вот этих состояний, оно не большое количество, вообще говоря, не дает нам извлекать больше информации. Это первое. А второе теперь, я немножечко другой тезис скажу. Вот вам нужно теперь понять одну тонкую разницу между ними. Вообще говоря, иногда от большого количества состояний мы можем получить больше информации, чем от небольшого количества состояний. И давайте вернемся к нашему примеру, который мне, опять же, очень нравится, примерно все, это три вот этих равномерно распределенных состояния. Три однородных состояния. Итак, это у нас 0, это у нас единица, и это состояние Пси 0, это состояние Пси 1, это состояние Пси 2. Давайте я еще разочек их напишу. Пси 0 это 0. Пси1 это минус 1 вторая 0 плюс корень из 3 на 2 1. Пси2 это минус 1 вторая 0 минус корень из 3 на 2 1. Пусть вероятность каждого состояния 1 треть. Вот для этого случая, пожалуйста, посчитайте ее величину. Это следующая просьба к вам. Кстати, она более простая, чем вот эта по счету величины. Итак, P0 равняется P1 равняется P2 равняется 1 треть. Вот такая задачка вам небольшая, простенькая. Это уже случай не двух, а трех состояний. Для трех состояний мы тоже можем эту величину посчитать.
Что кто-нибудь? Один. Да. Еще у кого один? Так, ну давайте я это напишу, чтобы он не стыдил, если ты еще не посчитал. Там все очень просто. Так, вот эти три состояния яйца. Если мы их просуммируем, то вот это счастье, оно все уходит. Ну, если мы их просуммируем, граждане с вероятностью 1 треть. Вот. А соответственно, здесь у нас будет все довольно-таки легко. Будет 3 вторых 0, 0 плюс 3 вторых 1, 1. А если мы это умножим на 1 треть, то у нас получается, что среднее ро, это просто у нас будет 1 вторая от единичной матрицы. Вот и все. Очень простая штуковина, и энтропия от вот такого вот состояния, она равна, конечно же, единице. Вот. А второй член этой величины точно так же равен нулю, потому что это чистое состояние. О чем это, например, скажите, пожалуйста? Что у меня может быть удивительного, может быть восхитительного, может быть что-то у меня есть еще захватывающее? Что не больше количества информации, когда я симметричный, смоложен. Ну, нет, здесь симметрия, она даже такого большого значения не имеет. То есть, симметрия, она имеет только значение, что мы получаем энергетическое состояние, это хорошо. Да, в этом симметрии она красива, здесь она дает красоту некоторую, но вообще пример немножко другой. У нас получается столько же информации передается, сколько диагональное состояние. Да, вот смотрите, у нас столько же информации, сколько можно передать по идеальному каналу. Но мы передаем, используя неортогональное состояние. То есть оказывается, что ортогональное состояние не является необходимым условием для передачи максимума информации. То есть мы в однокубитовом случае, между арисиклом, здесь по-прежнему один кубит в состоянии 2 за 0 или 1. Вот. Но теперь арисиклом, как я говорил, в случае кубита ограничены одним битом информации. Больше одного бита информации они никак не передадут. Так вот, теперь оказывается, что для того, чтобы передать один бит информации, арисиклом не обязательно использовать ортогональное состояние 0 или 1. Вообще говоря, они могут использовать вот эти три неортогональных состояния тоже. То есть ортогональное состояние не является обязательным условием для достижения пропускной способности идеального канала связи. Но другое дело, что здесь, конечно, нужно понимать, что, например, когда они используют боги длиной 100, то число возможных состояний, которые они используют, это 3 в сотой степени. Ну, вполне очевидно. 3 состояния в каждой посылке, может быть, у нас всего 100 состояний в 100 посылок, поэтому 3 в сотой степени число возможных состояний. А из них они должны использовать порядка 2 в сотой степени состояний, которые они уже смогут достоверно различить. Вот это о чем. То есть у нас есть, ну, допустим, не знаю, блоки длины или не 100, а 1000 рассматривается. 3 в степени 1000 – это число возможных состояний, есть, которые есть в Алисе и Боба. А они используют из этих состояний 2 в степени 1000. Это, то есть, вот под множество состояний и образуют вот, вот в этом все множество состояний, которые они могут использовать. Если они заранее договариваются об этом коде, который вообще говоря, не все состояния используют, то утверждается, что используя коллективные измерения, они смогут эти состояния безошибочно различить. И получая, используя 1000 посылок, они 1000 битов вообще говоря, могут передать. Ну, для 1000 это будет нечто очень близкое к 1000 битов, для миллиона это будет нечто еще более близкое к миллиону битов и так далее. Ну, как нам и говорит теорема кодирования. То есть иногда получается все-таки использовать несколько состояний в двухмерном пространстве неплохо, хорошо даже. Вот, но опять же, максимум, чего мы можем получить, это пропускная способность идеального канала, который использует ортогональное состояние. Просто может быть вдруг ситуация такая, что мы не можем использовать ортогональное состояние, только не ортогональное. Тогда у нас есть выход, если не ортогональное состояние вот этих штуки, и они так вот хорошо расположены, ну это не единственный такой возможный пример. Хотите подумать, попробуйте с другими примерами, где-то 5-7 состояний и так далее. Вот, если эти состояния так хорошо, удачно расположены, то мы действительно можем добиться пропускной способности идеального канала связи. Больше не можем. Да, максимум, что нам на который нам доступен, это 1 бит на посылку. Сколько бы мы состояний не брали, больше 1 бита мы никак не поднимем. Однако мы не обязаны брать ортогональное состояние, чтобы достичь пропускной способности идеального канала связи. Вопросы? Так, хорошо. Теперь, что я хотел бы еще сказать. Во-первых, я хотел бы сказать, что сейчас речь шла, ну, последние там, 3 занятия или 4, о передаче классической информации с помощью квантовых состояний. То есть мы берем классическую информацию у Алисы, кодируем ее,
теперь кодируем с применением плановых состояний, например, P0-P1 или P0-P1-P2, перед работой Бубу меряем в стороне Буба. Речь не шла о передаче квантовой информации. Передача квантовой информации — это немножечко другая песня. И насколько я знаю, Леонид Евгеньевич касался этой темы, так вот о передаче квантовой информации. А в каком контексте касался ее Леонид Евгеньевич, напомните? Примерно. Даже не совсем квантовая депортация. Скорее, я сейчас имею в виду под Шора. Под Шора у вас был, да, насколько я помню. Это как раз тот, который позволяет квантовую информацию передавать. Здесь уже речь идет не о том, что Алиса готовит свои классические биты и хочет их с помощью квантовых состояний передать так, чтобы эти классические биты остались как бы нетронутыми, чтобы они выдерживали не очень хороший канал. И еще немножечко о другом. В случае передачи квантовой информации Алиса готовит квантовое состояние, затем это квантовое состояние подвергает преобразованию, кодирует его, а потом она хочет снова, чтобы Бог имел возможность исходное квантовое состояние получить. Это более сложная задача, нежели задача передачи классической информации. Потому что в квантовом случае с этим квантовым состоянием по дороге может вообще больше всего произойти и больше неприятностей произойти, нежели с классическими битами. Если классическими битами самое страшное, что может произойти, что у нас нолик перейдет в единичку, а единичка перейдет в нолик, то с квантовыми битами не только такая ерунда может происходить, но и другая ерунда. Какая? Фаза может поменяться. Вот теперь в квантовом случае у нас доступна не только смена бита, но и смена фазы. Если мы хотим состояние наше предохранить от смены фазы, то нам придется, в общем, больше попотеть, чем в классическом случае. Если в классическом случае мы знаем, что, например, один состояние может измениться, тогда нам достаточно использовать код с повторением, нам достаточно вместо нуля посылать 0,0,0, а вместо единицы посылать 1,1,1, и тогда мы уверены, что если произойдет одна ошибка, то мы нашу информацию прекрасно восстановим. В квантовом случае нам этого недостаточно. То есть если мы состояние E кодируем просто с помощью 3 кубитов, 1 кубит, то мы одну ошибку исправить уже не сможем квантовую. Это тот случай, когда в некотором роде у нас в квантовом случае оказывается несколько хуже, чем в классическом. То есть квантовую информацию передавать сложнее, чем передавать классическую информацию, потому что с квантовой информацией больше всего может произойти. И код Шора, он о том, что мы передаем один кубит, один квантовый именно бит, вот, но при этом для этого нам нужно использовать 9 кубитов, чтобы его передать так, что мы можем, ну, кто-то по дороге может один кубит как угодно испортить. Вот, об этом код Шора. То есть о том, что мы используем 9 кубитов для кодирования одного всего лишь кубита, а не 3 бита для кодирования одного бита в классическом случае. Теперь так, что может любая ошибка произойти с одним из этих битов. Именно потому, что в квантовом случае у нас ошибок больше, чем в классическом. То есть поэтому вот эти две задачи лучше все-таки разделять. Передача классической информации с помощью квантового состояния, о чем говорил я, и передача квантовой информации. Квантовая информация, она более хрупкая, ее сложнее передавать, потому что с ней бесконечное количество ошибок разных может произойти. Фаза может сдвинуться на π, может на π пополам, может на π умножить там на сколько-нибудь, делить на сколько-нибудь. Фаза может как угодно поменяться. И, в общем-то, и само значение может поменяться на какой-то произвольный угол. Вот, то есть квантовая информация с кубитом по дороге может очень много всего произойти, в отличие от классического бита. Вот. Я хотел обратить ваше внимание, чтобы вы не путали передачу квантовой информации и передачу классической информации. Вот теперь пара слов про смешанные квантовые состояния. В принципе, про них я не самое, что хотел сказать, рассказал, но еще сказал не все. Итак, у нас есть смешанное квантовое состояние ρ. Мы уже знаем, вообще говоря, что это такое. В целом это описывается, ну, такое состояние описывается Эрмитовым и отрицательным оператором с единичным следом. А на что я бы хотел обратить ваше внимание, иногда бывает, некоторые об этом забывают, что происходит, если мы унитарным оператором действуем на смешанное квантовое состояние, во что он переходит. То есть после преобразования унитарного U, какой у нас становится ρ? Да нет, не обязательно. Зависит от элементарного преобразования. Нет, мы просто его преобразуем, даже не менее. Как вы математически запишете, что мы подействовали оператором У на состояние ρ? Потому что на самом деле все-таки иногда бывает, некоторые ошибаются. Я всего лишь это вам говорю, что ни в коем случае не пишите, что это У на ρ, потому что вот это вот так не нужно писать, некоторые бывают, в общем-то, невнимательные люди так пишут. Это У на ρ на русский стол, ну, по очень простому принципу, что если у вас представить себе чистое состояние пси, то, конечно, мы его не можем вот так вот преобразовать, это уже будет какая-то ерунда.
нам нужно еще вот на это вот псих должен подействовать. Вот, тогда все встанет на свои места. Это первое, что я хотел сказать про смешанное состояние. Да, если знаете про то, что смешанное состояние, для него существует унитарный оператор, такой, что его можно перейти в диагональный вид. То есть мы от ро можем перейти к уже какой-то конкретный у, диагональный оператор у с крестом. Вот. Так, такое разложение существует, это одна из формулировок теоремы орбитального разложения. Другая формулировка заключается в том, что для состояния ро существует сумма лямбда ита на лямбда ита, лямбда ита сопряженная. Сумма, это другая формулировка теоремы орбитального разложения. Хорошо. Ну, также вы теперь знаете, что энтропия фон Нейтмана – это энтропия от собственных значений. Вот здесь вот это очень легко считать. Вот эти лямбда и это и есть собственные значения оператора плотности. И от них энтропия Шеннона – это и будет энтропия фон Нейтмана от оператора плотности от исходного. Так, хорошо, с этим разобрались. Вот, а теперь связь между смешанными и степенными состояниями или запутанными состояниями. Вы ее должны быть еще не проходили. Она есть, эта связь. Как смешанное состояние связано с запутанностью или степенностью? Так, не было такого, это хорошо. Будет, что вам сказать. Смотрите, у нас есть запутанное квантовое состояние. Ну, опять же, слово запутанное вас, я думаю, уже нисколько не напрягает, вы с этим уже смирились, что электросостояние было запутанное. Пусть оно распределено между А и Б, и оно выглядит так, что это 1 на 2 минус 0, 0 плюс 1, 1. Привычное вам состояние, да? Привычное. Как вы его называете? Смешанное. Ну, связанное. Сцепленное. Или запутанное, не смешанное, нет, это чистое состояние, не смешанное. Вот. А, просто его называют часто ЭПР-состояние. Еще иногда любят говорить про синглетное состояние, которое, как правило, немножечко по-другому обозначают. Да? Не так? Ну, ладно. Просто, на самом деле, я довольно часто вижу другое любимое состояние, это 0,1. Плюс 1,0, а иногда минус 1,0. Вот такое чаще называют синглетное состояние, а вот такое чаще называют ПР-состояние, хотя терминология иногда путается. Такое назвать ПР можно, а такое называть синглетное тоже бывает, хотя это значительно реже. И тогда терминология немножечко плывет. Вот мое любимое это ПР-состояние, давайте с ним будем работать. Смотрите, вы, наверное, знаете про ПР-состояние. Важную вещь, что если его распределить между двумя удаленными пользователями, между Алисой и Бобом, то дальше Алиса что-то померит у себя, и Боб что-то померит у себя, они получат одно и то же. Знакомо, да, вам с ПР-состояние? Более того, они это могут мерить в разных базисах. То есть, если у них базис измерения совпадает, то тогда, что бы ни получил Алиса, Боб получит то же самое. Если они используют разные базисы, то это свойство уже теряется, такого нет. Если же они используют одинаковый базис, то тогда, что получит Алиса, тоже получит и Боб. Каком бы базисе одинаковым они проводили измерения. Это очень важное свойство, которое мы на следующем занятии будем пользоваться, потому что именно, ну, как он вроде первый известный протокол квантовой криптографии, протокол Эккерта, он на этом основан. Это протокол, в котором они имеют вот такие вот состояния, и меряют их в разных согласованных базисах между собой. А потом они, собственно, ну, оставляют только те посылки, где их базисы совпали. Это нечто очень похожее на ПВ-84, было предложено независимо от ПВ-84, было предложено позже, и именно с предложения вот этого протокола Эккерта и началась эра квантовой криптографии, прям вот когда квантовая криптография стала известной наукой. Потому что сам протокол ПВ-84, он прошел незамеченным, его не особо заметили, и сами авторы совершенно не пытались привлечь к нему внимание, потому что тотчас же их там заграбастали эти спецслужбы, там посадили в машину, мешки на голову надели, и 7 лет они никому про свой протокол не рассказывали. Вот. Когда потом, в 91 году, Эккерт опубликовал протокол ПВ-состояний, вот тогда они вдруг как бы вспомнили о том, что, оказывается, 7 лет назад они протокол свой предложили. Вот. Ну и тогда, собственно, сразу началось бурное развитие, оно с протокола Эккерта и началось квантовая криптография. Так вот, это мы об этом будем говорить о протоколе Эккерта в следующий раз, вот, потому что есть на самом деле о чем поговорить здесь. Вот что я хотел бы сказать. Когда Алиса имеет у себя часть вот этого ПВ-состояния, какое состояние у себя имеет Алиса? Как оно описывается? Вот опять же, у нас есть ПВ-состояние, там, у меня и у кого-то еще.
я кому-то еще дал данную часть, часть оставил себе. У меня состояние, оно передо мной, оно вот у меня в руках, его можно математически описать, как оно описывается. Частичный след. Да. Вот такой. Ну, а как вы его можете описать? Может, вы его просто вот прям явно напишите, когда там выглядит это состояние. Это частичный след от Бойера, совершенно верно. Вот. Но все-таки, если чуть конкретней. Матрица. Да. Нет, ну мы проходили с вами смешанное состояние. Я сейчас от вас жду, что вы мне скажете, что это смешанное состояние. Ну да, оно будет такое же, как. Будет диагональная матрица. Да, она вторая. Ага. Давайте так и напишем, что А это равно. Ну, я лучше так напишу. Одна вторая. 1, 0, 0, 1. Вот, вот это верно. Вот это состояние смешанное. Вот это состояние смешанное. Так вот, наш важный тезис. Вот в чем заключается. Что если у нас есть цепленное состояние Е, то частичное состояние обязательно будет смешанное. А если у нас есть смешанное состояние, то мы обязательно для него можем найти сцепленное состояние, такое, что наше смешанное состояние будет частичным следом от итогового сцепленного состояния. Они вот в таком смысле связаны между собой. Если передо мной лежит смешанное состояние, я могу быть в каком-то роде уверен в том, что оно с чем-то там сцеплено. Просто это что-то там где-то далеко находится. То же самое, если есть сцепленное состояние, то мы абсолютно точно можем быть уверены в том, что участники вот этого состояния, они, каждый из них обладает смешанным состоянием. То есть для цепленного состояния частичное состояние являются смешанными обязательно. Для любого смешанного состояния мы можем найти цепленное состояние, такое, что наше исходное состояние будет являться его частичным следом. В первом случае мы можем просто рассмотреть частичный след действительно от этого оператора, от этого состояния и посчитать, какой он частичный след, мы видим, что он смешанный. А во втором случае это есть такая процедура, которая называется очищение. То есть мы по смешанному состоянию, вот данному, мы строим очень просто, строим чистое состояние, которое, правда, принадлежит уже нескольким участникам. То есть если смешанное состояние вот это принадлежит только Алисе, очищение вот этой процедуры означает, что мы можем построить состояние Алисы и Боба, которое уже будет чистым, просто оно будет стабильным. Его частичным состоянием будет вот это исходное ρ. На самом деле, пока что может казаться, что это не очень нужное дело, но дело на самом деле это довольно хорошее. Про частичный след. Вот, на самом деле я чуть-чуть люблю задуматься на тему частичного следа. Вот, и некоторые традиционные трактовки того, как нужен частичный след, как его записывать, мне они часто не очень нравятся. Вы написали такое, вы любите, это ваше определение частичного следа? Итак, смотрите, вообще говоря, если у нас есть состояние Е, как бы его называть, ро А, В, оно не обязательно, вообще говоря, чистое. Состояние Алисы Боба. Вот. Ро А – это частичный след. Частичное состояние Алисы. РОА в этом случае равно частичному следу О по системе В, записываем от РОА В. Но вот в виде формулы это записывается по-разному. Наиболее традиционная формула, которую обычно в учебниках ее и используют, вот, которой почти ничего плохого нет, эта формула такая, что это... Так, как раз я хотел от вас получить, чтобы такую же формулу записывать. У кого-нибудь из вас она есть сейчас при себе? Может быть, вы ее на лекциях изучали, может быть, еще где-то она была. Просто я хочу, чтобы она была такая же, как какую вы пользовались. Это сумма по... Сумма какая тогда верно? Я прочитал. А, да, я что-то видел. Yeah.
Смотрите, агрегаты B. А вот эти вот операторики, ну вот эти векторы, точнее, ЕКАТы, они лежат в пространстве Бога. И здесь математически не очень корректно, что мы вот это общее состояние домножаем на векторы, которые лежат не совсем в том пространстве. Вот из-за чего мне как раз такое определение весьма распространенное, в том числе Прескер пользуется, оно мне не до конца нравится. Вот, поэтому я предпочитаю немножечко другое определение частичного следа. Я сейчас, как раз у нас есть пара минуточек. Я бы хотел вам сказать. Мы формально модуляри дополняем, да? Что формально? Формально модуляри дополняем, как нажать. Ну, у нас разные разные матрицы. Да. Смотрите, вот... Ты нулями дополняем? Нет, не нулями, нет, не нулями. Сейчас я расскажу, чем он дополняет. Так, смотрите. Вот. А для любого оператора А мы можем его же написать немножко по-другому. По-моему, я даже недавно давал эту запись. Это единичный оператор умножить на А, умножить на единичный оператор. Вот так вот скучно и неинтересно пока что. Затем, как единичный оператор расписать, мы знаем. Мы берем одномерный палец и расписываем. То есть это получается сумма E и D. Ну, даже я давайте по-другому обозначу одномерный палец, это будет просто E. Сумма по ним. Вот такие вот элементы. Это элементы одномерного байса. Я просто расписал первый единичный оператор. Умножить на А. И умножить на точно так же распишу второй единичный оператор, только я буду другой индекс использовать G. Это я расписал второй единичный оператор. Вот, пока что нигде вас не обманываю. Теперь я немножечко переобозначу. Точнее, не то, что переобозначу, а поменяю порядок. Давайте я сделаю так, что эта сумма у меня будет, я вот это вот вынесу отдельно. Это будет сумма И на А на G и на G. Сумма по И и G. Вот прямо точно так же, то это то же самое, что оператор А. Но теперь вот это число у нас. А вот этот такой маленький оператор, точнее он нормального размера, но это оператор, если мы будем записывать в том, перейдем к тому базису, вот базису, где и G у нас обозначается, к тому базису перейдем, то тогда мы увидим, что это вот этот вот, как будет выглядеть этот оператор? Дельта и G. Ну, дельта и G, да. То есть это единичка на одном месте в нем будет, а в остальных во всех местах это будет нуль. Вот так вот можно записать любой оператор. То есть это мы просто переписываем оператор на. След от оператора V. Вы уже, наверное, знаете, что такое. Это сумма К на В на К. Сумма по К. Это след оператора, опять же, наверное, вам будет давно известное обозначение. Так вот, частичный след означает, что мы берем след по подсистеме В и ничего не сделаем под системой А. Вот и все. Если теперь вот через вот эти две записи записать частичный след, что значит, что мы ничего не делали с А, мы берем след по Б. Это и означает вот что. Итак, след по подсистеме Б А про А Б. Это означает. Так. Сейчас, я просто, чтобы с первого раза попробую написать. И в базисе А К в пространстве В G в пространстве А К в пространстве В
пространстве А, жив в пространстве А. Сумма погиб, пожив и пока теперь. Итак, если мы рассмотрим только под систему А, то тогда выясняется, что мы, в общем, примерно эту запись применили. То есть мы и умножили слева, g умножили справа, это подсистемы А, и g записали здесь. То есть с оператором А мы ничего не сделаем, с той частью, которая относится к подсистеме А. А до той части, которая относится к подсистеме Б, мы как раз и сделали то, что мы взяли след. Вот в К у нас слева и справа совпадают, в отличие от ИЖ. ИЖ различаются. Это разные индексы, они все, ну, все пространство пробегают. А вот здесь мы взяли только диагональные элементы. И слева и справа у нас только элементы К. Поэтому, то есть именно по второй подсистеме B мы взяли след. А для подсистемы А мы ничего не делали. Это и есть операция взятия частичного следа. Вот вы спрашивали, нуляем ли мы дополняем? Вот ответ нет, не совсем нуляем мы добавляем. Мы это добавляем следом. Ой, не то, что следом, мы это добавляем на самом деле всеми возможными векторами и ежи для подсистемы А. То есть там нет нулей, там наоборот все, что мы в систему А оставляем не тронутой. А под систему B мы, получается, понимаем следы. Это и есть, ну, такое аккуратненькое математическое выражение для частичного следа. И сегодня, я боюсь, я не успею как следует вам дать примеры частичного следа. Так, ну, я думаю, для простого случая, для АПР-состояния. Кстати, а скажите-ка мне, какая у вас матрица плотности для АПР-состояния? И что вы забыли бы? Итак, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Вот, правильно. Когда мы берем частичный след, мы берем не все элементы, по ним мы как раз считаем сумму. На самом деле, вот для таких операторов частичный след считается очень легко. А в зависимости, правда, от того, считается, мы берем частичный след по первой части или по второй. Для этого состояния результат один и тот же. Вот, смотрите. В одном случае мы берем вот эту под матрицу и суммируем ее вот с этой под матрицей. И нас не интересует то, что стоит вне диагонали. В итоге, когда мы их суммируем, мы получим вот такой оператор получим. Это и частичный след по одной из подсистем. Вот я прям постоянно забываю первая или вторая подсистема. Давайте вы сейчас вместе со мной вспомните. Вот в какой подсистеме я сейчас взял здесь частичный след? По первой или второй? Подсказывайте мне, я не помню. Второй. По второй думаете? Так, у нас вот это был вектор. Мне кажется, сейчас по первой системе взял частичный след. А не по второй. Хорошо, на самом деле, я сам не помню, и это хорошо, это означает, что у вас есть прекрасное домашнее задание. Во втором случае мы немножечко по-другому будем его брать. Во втором случае по другой подсистеме. Это означает, что мы берем вот такую матрицу, и к ней мы прибавляем вот эти четыре элемента, и к ней мы прибавляем вот такую матрицу. Это будет частичный след по другой нашей подсистеме. На самом деле важное свойство, которое здесь еще раз будем с вами рассматривать, заключается вот в чем. Если мы берем чистое состояние, а затем рассматриваем два частичных состояния, ну, частичный след по первой подсистеме и частичный след по второй подсистеме, то есть очень важное свойство, оно и для криптографии очень важное, в том, что их собственное значение совпадает. То есть мы берем частичный след по подсистеме А и берем частичный след по подсистеме Б, так вот, собственное значение, что по подсистеме А, что первый. Вот эти частичные матрицы, что второй частичной матрицы обязательно будут совпадать. Вот, и, собственно, сейчас мы с этим будем работать вам, и я объясню, почему это так важно для матовой криптографии, то, что, собственно, значение совпадает. На самом деле, это означает, что когда RSFO работает в своем пространстве, они могут быть уверены, что они, вообще говоря, знают, сколько всего знает Ева. Потому что, собственно, значение RSFO у их частичного состояния, они совпадают с теми собственными значениями, которые есть у Евы, у ее состояния. Вот это совпадение собственного значения, которое, ну, его дает теорема Шмидта, это называется, вот оно, как раз, для матрицы криптографии очень важно, и с этим мы будем работать.
То есть, пожалуйста, вспомните к следующему разу про частичный спектр. Как раз вот я вам дал примерно такое определение, постарайтесь с ним сливаться. Я вам тоже какой-нибудь пример на это определение дам. И это, на самом деле, такая не очень приятная штука, которая, знаете, вот есть байка про сороконожку, которую там спросили, в каком порядке она передвигает свои ноги, и после этого сороконожка перестала, потеряла возможность ходить. Вот так, на самом деле, те, кто научились считать частичный след, они его считают, считают, но если спросить, как это делается, они теряют эту возможность. Вот я все время забываю про первую или вторую подсистему, например, вот я такая же не сороконожка. Вы тоже, когда посчитаете несколько раз частичный след, вы такой же станете сороконожкой, вы забудете, как именно вот, вы его считаете, но считать его будете. То есть поэтому, пожалуйста, привыкните вот к этой не слишком маленькой, не слишком короткой формуле, но когда привыкнете, она вам не будет казаться очень такой сложной. Все, тогда на сегодня все. В следующий раз мы встречаемся тоже в третьем спектре.